Thank you.
Дорогие преданные, уважаемые гости, перед тем, как мы перейдем к следующей части программы, если есть объявление, будьте любезны, пожалуйста, послушайте. Во-первых, к сожалению, с огромной грустью мы провожаем сегодня Шиву Раджанаса. Сегодня поздно ночью улетает из Санкт-Петербурга, но наш праздник продолжается. И завтра в 3 часа у нас будет замечательный праздник, и в нем примет участие Шрила Бхактичитанья Свами Махарадж и Шримад Тхирашанта Прабху. Причем Тхирашанта Прабху, он будет проводить специальную программу для детей, поэтому если у вас есть дети или есть кого-то пригласить, то завтра будет специальная детская программа, которую проведет Тхирашанта Прабху с детьми во время программы. Также еще есть объявление. Если вы, наверное, знаете прекрасно, что Шрила Бхактичитанья Свами Махарадж, он является автором замечательных дисков, видео по Викрам, по Вриндавану, с другим святым Дхамам. И если вы хотите купить книги Махараджа или диски Махараджа, потом подписать их у Махараджа, то это можно сделать там за столиком, где-то есть столик, и он там вот в той части зала. И там можно купить эти диски, и Махарадж все равно с ним напишет. Сейчас у нас будет просад, и так уж получилось, что сегодня у нас специальный просад, и китри, оно имеет запах дыма.
Это очень специально редкая специя, которую мы специально добавили. А, есть другой просад, ну, будет там некоторые другие блюда. Если вы не очень любите китри с дымком, то можете смиренно не вкушать этот замечательный редкий вид пищи. Мы просим прощения. Ну, простите, пожалуйста. И также мы все благодарим за то, что вы помогаете нам поддерживать этот центр Гаура и жертвуете деньги в ящик около выхода. И мы можем снимать этот прекрасный зал. Поэтому, если будете делать это и дальше, будем очень благодарны. И последнее объявление для учеников Нираджа Махараджа. Пожалуйста, не расходитесь, после просады будет Даша. Общий ученикам Нираджа Махараджа. Хари Кришна. А сейчас у нас будет просад, и пожалуйста. Thank you.